Россия – одно из крупнейших многонациональных государств мира. В нашей стране проживают более 190 народов, каждый из которых богат своим уникальным культурным наследием и традициями. И вот 16 ноября во Дворце культуры городского округа город Буй состоялся открытый городской фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Замечательный концерт подарили зрителю артисты и творческие коллективы города Буя и поселка Чистые Бары. В программе приняли участие Дом детского творчества, Детская музыкальная школа, Детский сад номер 5 «Лесовичок», Детский сад номер 1 «Тополек», Детская школа искусств поселка Чистые Бары, Специальная детская музыкальная школа при Буйском областном колледже искусств и Дворец культуры. Провели во Дворце культуры очередной фестиваль национальных культур, фестиваль «Хоровод дружбы». Цель этого фестиваля, конечно, по большей части привлечь все слои населения, все категории жителей нашего города и не только нашего города, конечно, к интересу к народным культурам, проживающим в нашем городе, за пределами нашей области, в нашей области и вообще по всей России. Мы приглашали участников, которые исполняли стихи, песни, танцы всех народов мира, можно сказать. Вот. Первое. Нужно было выучить, конечно, нужно было познакомиться с культурой. Поэтому нужно было бы, конечно, и проникнуться этой культурой, и качеством, и каким-то менталитетом. Сшить костюмы вы вот сегодня видели, потому что, конечно, вот такие маленькие кнопочки, выучить на грузинском языке песню, ну, согласитесь, это достижение. Это первое, это хорошо, это замечательно. Из года в год наших участников становится все больше и больше. Интерес к фестивалю, он только растет. Поэтому, ну, наверное, это здорово и замечательно. Ну и, конечно, нельзя обойти такой день, как День толерантности. Это Всемирный международный день толерантности. Нас много, мы разные. Нас объединяет то, что все мы люди. Все мы живем на земле. Все мы говорим, конечно, на разных языках. Но, в принципе, мы желаем все одного – мирного неба, дружбы, здоровья, и чтобы все у нас было у всех хорошо. В этот день, 16 ноября, во всем мире отмечается Международный день толерантности. Без внимания этот день не остался. Участники Народного шоу-театра Дворца культуры, а именно Андрей Иванов, Матвей Оларев и Варвара Румянцева, прочитали стихотворение «Дружба народов и единство России». Вокальное выступление разбавляли выступления народных ансамблей Дворца культуры «Ленок» и «Молодость». В сегодняшнем концерте у меня принимает участие мой ученик 3 класса Плотников Роман, который играет на русском народном инструменте балалайка. Ну и я считаю, что для уж русских народных инструментов, конечно, характерно исполнение обработок русской народной музыки, танцев, песен. Они всегда в программе, и каждый год мы, конечно, используем и лирические, и плясовые обработки народных песен. Мы принимаем участие в концерте, у нас ансамбль русских народных инструментов «Скоморошины». Но сейчас, в данном случае, у нас дети играют на ушках и на шумовых инструментах, такие, например, как пила, дрова. У нас участвует много таких интересных вот инструментов. Мы в основном, значит, занимаемся изучением народного творчества. Вот. Откуда возникли эти инструменты? Очень интересно. Объясняем детям на примерах, играем на этих инструментах и пропагандируем их в школах, в детских садах. Вот, занимаемся вот таким творчеством. Вот для хоровода дружбы мы как раз выбрали сейчас наигрыши, вот, где участвуют у нас в основном лужки деревянные, пила будет участвовать, бубен. Все участники фестиваля национальных культур «Хоровод дружбы» были награждены дипломами фестиваля и сладкими подарками. Сольно я пела «Гляжу в озеро синие», а вместе с ансамблем я пела «У ворот сна зеленая». Я считаю, что это наши истоки, и, ну, мы должны к нему почаще обращаться. Мне очень понравилось, он такой разноплановый, и очень интересно было. То есть там и играют, и поют, и как и сольно, так и хором, ну, в ансамбле, вот. Очень хороший концерт.